и к другим темам началась кампания по летней занятости несовершеннолетних. В данный момент Центр занятости населения принимает заявки от школьников, которые во время летних каникул хотят заработать деньги на карманные расходы. Пока информация по квоте, дате начала работ и будущей зарплате недоступна, но принимать решение стоит уже сейчас. Проект «Трудовое лето» стал хорошей традицией, и в этом году организаторы планируют его продолжить. Пока известно, что отбор участников станет более строгим, а заработная плата в связи с увеличением суммы минимальной заработной платы выше. Требования к соискателям все те же. Заявки принимаются от подростков 14-18 лет, которые обязательно обучаются в школе. При заполнении заявки потребуется удостоверение личности и письменное согласие от представителя, если ребенку еще не исполнилось 16 лет. Оформляться на работу рекомендуется через центр занятости для того, чтобы эти недели вошли в трудовой стаж. Заявки дети уже могут подавать. Для этого, как обычно, у нас необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги. С помощью логина, пароля от сайта госуслуг заходите на портал «Работа Янао», подаете заявку о содействии в поиске подходящей работы. Специалист обзванивает на месте, приглашает ребенка сюда. Вот. И когда уже будет известно, это, скорее всего, будет с 1 июня у нас будет, то есть будем приглашать, будет ярмарка вакансий, будем давать направление детишкам на работу.